гостей и участников праздника корейской культуры в Минске. Корея считается одной из самых прекрасных стран на свете, а корейская культура – одной из древнейших в мире. И сегодня минчане и гости города смогут увидеть ритуальные танцы и полюбоваться танцами с ножами, веерами и барабанами, а также познакомиться с легендами возникновения исполняемых танцев и увидеть все составляющие традиционного